Всем привет! Сегодня хотела с вами поделиться одним очень вкусным компотом из черной смородины. Сейчас как раз сезон. Готовьте такой компот. Вот на 3-литровую банку литр черной смородины. Помыли ее хорошенечко, можно прям с веточками. И где-то 5 полуколец апельсина. Ну, шириной, смотрите, примерно по 5 миллиметров. И 350 грамм сахарного песка. Сейчас сюда же я это буду класть, заливать кипятком, закрывать, переворачивать и убирать под шубу до полного остывания. Все очень быстро и очень вкусно зимой. Апельсин дает такую приятную нотку. Мы уже готовили, нам очень понравилось, поэтому решил сегодня вам показать. Так что готовьте такой компот, если вам понравилось. До встречи в следующем видео. Пока-пока.